побежали, допустим. Легкие на подъемы очень активные. Виктор Захаров и Нина Таякина, режиссер и актриса. Когда-то познакомились на сцене, и год-два, говорит он, по ступенькам поднимался к артистке главных ролей. Поступки, которые как бы мне помогали, действительно, в моей, так сказать, вот уже как бы звезде, да, как бы немножко, как бы все равно, и обратить внимание, и как-то прийти к той какой-то волне равного отношения к жизни. Он прочел ей первые стихи Мандельштама. С тех пор она любит и Мандельштама, и Виктора Захарова. Она покорила красотой, добротой и талантом. Из ЗАГСа сразу поехали в театр. И наша свадьба была на сцене. Там по пьесе разливают шампанское. Но в этот раз нам разрешили налить настоящее. В семье у пары трепетное отношение. Родовые ветви чтут и хранят фото предков. Предок Нины Васильевны прошел три войны. Отец Виктора Степановича родился в конце 19 века, а сам он живет в 21-м. Дети работают в театрах страны, а внуки все – девочки. Такая семья. Семья для них и сама работа. Часки в горе от ума. Он может выйти, ну, элементарно, в джинсах, краги на руках. По-моему, вот как я ставил бы «Горе от ума», он приехал на мотоцикле. Виктор Степанович говорит, что сейчас театр – площадка, где возможно все. Перебирая костюмы, подчеркивает, на свидание пошел не абы в чем. Троечка. Пиджак, брюки, жилеточка, все. И галстук. Я пришел так. То есть мне можете задать вопрос, ответ и попросить что-то сделать. Я скажу, я сделаю. А еще оба супруга занимаются со студентами и замечают, что если их в свое время нужно было раскрепощать, то молодежь нужно наоборот. Приходится их, как бы, ну, такое плохое слово, углублять, ну, то есть разговаривать о глубине, еще там о чем-то. И потом они очень быстро вступают в отношения. Такие телесные, скажем так, не накапливая еще вот таких чувственных отношений, предощущений. А уже будучи в семье, пара советует разговаривать, но в то же время вовремя промолчать. Уважать друг друга и заботиться. А что такое любовь, ответили так. Это ответственность, что ли, вот что-то такое. Это твой человек, вот он твой. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, «День с толком».